Александра Яковлева умерла в апреле прошлого года. Актриса мужественно сражалась с раком на протяжении нескольких лет, но болезнь оказалась сильнее. Похоронили звезду экипажа в Калининграде. В молодости Яковлеву неоднократно признавали самой красивой советской актрисой. Россия не навсегда запомнит ее по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». На пике популярности Александра ушла из кино. Она занялась общественной деятельностью, пыталась сделать жизнь обычных россиян лучше. Яковлева несколько лет не появлялась на телеэкранах, а потом пришла на шоу Андрея Малахова с шокирующей новостью. У актрисы диагностировали рак груди. Тогда Александра призналась, что врачи дают ей несколько месяцев. Артистка, понимая, что скоро умрет, рассказала о своем последнем желании. Яковлева мечтала снять фильм и сыграть последний спектакль. Скончалась звезда кино 1 апреля 2022 года. За несколько месяцев до смерти ей удалили опухоль молочной железы. Медики всеми силами старались спасти Александру, но болезнь взяла верх. Похоронили Яковлеву в Калининграде, на кладбище на проспекте Мира. Спустя полгода после похорон могила артистки выглядит неухоженной. Старые венки никто не убирает, фотография Александры стоит прямо на земле, к ней уже прилипли комки грязи. Черный крест, который родственники выбрали вместо традиционного светлого, возвышается над последним пристанищем Яковлевой, усугубляя и без того мрачную картину.